Первым делом под нож идут поросль и большие деревья. Сам же лес, обрамляющий стадион «Авангард», останется нетронутым. Такую задачу рабочим поставил глава округа Муром Евгений Рычков. Ухоженная лесополоса должна обрамлять не менее ухоженный стадион «Авангард». Новым, современным, красивым его сделают уже к середине мая. Как обещает градоначальник, после реконструкции спортивную арену Вербовского будет не узнать. Это будет, по сути, новый стадион. Отремонтированы будут административные здания. Большие работы по входной группе. Она красивая, мы ее сохраняем. Такое интересное сооружение, поэтому будет полностью отремонтировано капитально и приведено в порядок. Ну, начиная с клумб, которые появятся, и заканчивая сиденьями на трибунах пластиковыми, современными. Очень хорошей профессиональной дорожкой беговой, резиновой. Вот все эти вещи, много, все будет буквально переделано. Вместо разбитой хоккейной площадки установят новую, универсальную, в том числе и для игры в волейбол и баскетбол. Будет отремонтирован теннисный корт. Впервые здесь появится автомобильная парковка. Кроме того, обновленный «Авангард» станет городской базой для занятий лыжами. Тренироваться здесь можно будет не только зимой, но и летом. Будет оборудована для лыжников специальная асфальтированная небольшая трасса, где они смогут заниматься на лыжероллерах летом. Напомню, что освещенную трассу мы уже сделали еще в 2012 году. Настоящим сюрпризом для спортсменов станут уличные тренажеры. Администрация округа впервые под открытым небом установит оборудование, аналогичное тому, которое сегодня находится в фитнес-залах. В ходе реконструкции мы поставим уникальные для города и для области тренажеры. Вот если до этого мы ставили уличные тренажеры, которые позволяют заниматься для здоровья, то эти тренажеры, они другого уже совершенно уровня, это профессиональные тренажеры. И они, по сути, идентичны тем, что стоят в фитнес-залах, только в уличном исполнении. Это спортивные тренажеры, не для занимаешься оздоровлением, а для спортсменов. Поэтому можно будет приезжать на стадион и совершенно бесплатно на улице, в свежем воздухе, летом и зимой заниматься на профессиональных силовых тренажерах с изменяемыми весами. После реконструкции на стадионе можно будет проводить не только местные, но и соревнования всероссийского уровня. Например, по легкой атлетике или лыжным гонкам. В целом же стадион «Авангард» будет многопрофильным. На нем смогут заниматься представители всех основных видов спорта. Ольга Килешна, Александр Симонов. Новости Муром.